Итак, встретили меня уже прекрасно. Я почти счастлива, почти спокойна. Сейчас ждем Олечку, мою любимую. И уезжаем. Путь на горы, куда-нибудь туда. Итак, это будет влог из Домбая. Мы телепортировались на потрясающем транспорте, сопровождении. Был такой автобус, как у Эмира Козджогу, даже лучше. Там даже была подсветка. Мы там переключали, там сидели. Ну, короче, с комфортом доехали. Видимо, отель предоставляет трансфер. Очень-очень комфортный, и водитель очень приятный. Секунду. Здравствуйте. Спасибо. Ой, спасибо большое. Спасибо. Вазочку принесли. Потому что нам в дороге еще вот букет подарили какой. Посмотрите. Не знаю, в общем, за какие заслуги. Но очень приятно. Оля обалдеет, конечно. Вот. Сейчас покажу вам номер. Мы будем отдыхать в потрясающем отеле. Он уже нам понравился. Он называется Андерсон. Да, Андерсон? Да. Ага. Вот. И сейчас покажу вам такой небольшой рум-турчик. В общем, как заходишь, здесь такой небольшой столик, комодик, телевизор. Вот такая спальня. Мне нравится, что это пятый этаж, цокольный, и здесь все такое прямо-таки деревянное. Ага. А, очень нравится уже, туда потому что положим. Ага, два. Вот, мне уже нравится то, что здесь, во-первых, есть холодильник, есть сейф, есть хорошие полотенца, и очень вкусно в шкафу пахнет. Это очень важно, на самом деле, свежестью и чистотой. Есть халатики, в которых мы завтра будем снимать контент. Это наши сумки, внимание, на 2 дня. Что скажете по этому поводу? Вообще нам цветы подарили. Да, и вазу принесли, Оль. А, да? Вот. Да, только что женщина принесла. Обалденный. У нас это контент с цветами еще будет. Да. Вот. Такие комплиментики в виде фруктов. Очень приятно. И что еще в ванну посмотрим. Такая ванна. Маленькая, хорошая. Ой, вот. Признак хорошего отеля – это качественные, хорошие принадлежности для гигиены. В хороших отелях они всегда должны быть. Я на это обращаю внимание. Вот, пока все. Так, еда не заканчивается. Так, сейчас нас накормят. Значит, у нас тут салат с крабом. Это икра Тобика, обожаю ее. И мой любимый с баклажанами салат. Оля, сейчас будем кушать. Всем спасибо. Я так устала. Хочу поесть и спать. Какой спать? Мы сегодня не спим. А, хорошо. В общем, такой у них ресторан. Короче, сейчас я просто в шоке, потому что в таком Домбае я не была в прошлый раз. Мы вот с Олей ездили летом в Домбай в прошлом году. Позапрошлому. Вот, и мы тогда... Просто из цивилизованных мест, что мы нашли, это очень красивое место с беседкой и таким камином, с видом на гору. Да, там была кофейня, там мы пошли вообще в другое место, чтобы купить хичины и кофе, там горячий шоколад. И все, мы ели доширак, чтобы вы понимали. Потому что мы больше не, ну, не было других мест, чтобы покушать. Оказывается, мы вообще в каком-то другом Домбае были. Потому что посмотрите на этот стол. Это все безумно вкусно. Этот салат, этот лимонад. В общем, здесь такие закуски на прессе. И вот этот жареный хинкаль просто забрал мое сердце. Я еще вот до туда доберусь тоже. Короче, мы вообще не знали, что здесь, во-первых, этот отель Андерсон есть. Во-вторых, я вообще тогда еще не умела нормально путешествовать, готовиться к поездкам, узнавать, какие отели есть в местности и так далее. Обязательно это нужно делать, чтобы не получилось, как в прошлый раз у нас. А то я думала, что чисто Домбай, какая-то селуха с красивым видом, подняться на горы и все.
А тут вообще шикарный отель, шикарный номер, а хороший трансфер у нас был. Блин, я вообще в восторге от трансфера. Мы ехали, я 3 часа, я вообще не заметила дороги. Я и ехала, так и ехала. И водитель такой прекрасный был, и Оля такая прекрасная. В общем, обязательно гуглите перед поездкой места. Вот этот отель называется Андерсон. Еще раз скажу. Продолжим, пожалуй. Можем мне вон тут хинкаль? Спасибо. Вот это примерно. Посмотрите, что за красота. Это Охта. Какая-то печень. Оль, все нормально? Это печень с рисом, бамбушки, картошка. В общем, что-то похоже на хинкал местный. Местный деликатес, но знаете, что самое интересное? Там парень кушает только салат. Мы. Ой, обожаю. Так, короче, всем привет, доброе утро, мы уже накрасились, потому что мы готовы делать контент, потому что мы увидели такое. Просто я вам сейчас покажу, это у нас вот оборудование, чтобы снять нас обоих, оно уже, кстати, записывает. Но вы просто посмотрите на это, мы когда утром в 6 утра проснулись, это вообще увидели, просто были в шоке. Знаешь, сейчас лучше там. Очень красиво, да нет, там тоже было красиво. Сейчас я хочу нас со стороны снять. Куда поставить? Сейчас найдем, куда нас поставить. На память, так сказать. Сильно не психуй, Ольга. О, хорошо. Я говорю, не психуй, типа, потому что это останется на памяти. Так. Здравствуйте, мы в 10:30 пришли на завтрак. Тут вот такой шведский стол, в общем. Здравствуйте. Ой. Где? Сейчас сфоткаемся, пойдем вниз есть внутрь. Это невозможно, но мы ее съедим. Не одну. Ужас. Мы собрались, мы едем в горы. У нас потрясающий лифт, правда? У нас потрясающий день, у нас потрясающий вид. У нас и мы такие красивые. Красотки, шляпы. Красотки, конечно. Обожаю этот день, обожаю эту жизнь. Так, идем дальше. Оля, посмотрите, какая модная, стильная, современная мадама. Да, Сонечка, вот это. Первый этаж. Вот это. Так. Паспорт вам сейчас дать? Так, у нас вот такой отель. Мы сегодня вот на втором этаже завтракали. Территория сама небольшая, но очень красивая, пейзажи потрясающие. Это крутится там, думает, я ее снимаю. Че не был троса? Сендово, ты не шлук мода? Слышно.
говорит, ты сможешь их покатать где-нибудь? Мадина очень просила. Я говорю, да смогу, в чем проблема? Дай им мой номер, пусть позвонят. Не, они звонить не будут, я им позвоню. Я говорю, пусть звонить не будут. Что такое, это небожители, что ли, говорю? В смысле, почему не будут? Ну, там так сказали, короче, целый этот создали, сегодня звонит. Ну, они же довольны будут, потому что здесь что-то какие-то накладки получились. И говорю, Оль, по-моему, блогеры со мной все дружат. К вам в отель возвращаемся через меня, я не говорю. Смотрите, мы вот сейчас едем сейчас чуть-чуть к экскурсионной программе. Мы выехали с Домбая. Ага. Вот эта дорога серпантина. Перешел сюда и... Реки, гор. Что говоришь? Они были блогерами, пробирались как могли. Оль, возьми, возьми. Не, все нормально. А так, да, а так красиво. Так, мы сейчас тут воду попили. Вот так, да? Да. Во весь рост? Да нет, там не поместится. Нет, поместится. Вот так могу во весь рост. Угу. Гид у нас хороший. За контент наш переживает. Честно? Я увидела совсем другой Домбай. Это безумно красиво. И в октябре вот здесь будет все желтое. Советую прям приехать сюда, потому что это вживую надо видеть. Это не передается через камеру. Мы в прошлый раз вообще, получается, Домбай не видели, потому что вот это, ну я не знаю, это очень красиво. Такая природа невероятная. И у нас очень хороший гид, он нам такой контент делает, девочки. Красота. В общем, это поваленный лес. Его уничтожает какой-то короед. О, лес здесь тоже. Ой, как красиво. Вот. И это очень интересно и красиво выглядит, на самом деле. Там внизу как бы... река, вы ее слышите, скалы, все красиво, уже кушать хотим, сейчас поедем куда-нибудь покушаем. Все красиво. Поедем на канатке подниматься? Да. Вот еще хотим подняться на канатке, потом ужин. Нравится такое расписание. Мне тоже. Интернета нет, конечно, тут. Зато ты не сидишь в Инстаграме, мне это нравится. Я что-то работаю. Ну, там пишут везде, нельзя кормить, но мне ничего не говорят, знают, что я знаю, что можно давать, что нельзя давать. Мне разрешают кормить. Ого, ничего себе, да. Такое лицо у него. Не лицо, а морда. Нет, вы знаете, у них у всех есть выражение лица своего. Не знаю, у кого-то доброе. Это танк. Машина. Ого-го. Вот это мой. Смотрите, идите сюда. Вот так с ладошки даете, вообще безопасно все. Вот так вот. Ух ты. Вот так можно
вот так даешь, и вот так погладить его можно. А он не укусит? Оль, давай ты первый. Укусит, на. У него голова больше, чем я. Ну, не, я не буду кормить. Тебя снимать. Эй, привет! На. А вы что теперь? Что мясо вы... это. Эля, покажи, как ты злишься. А ну покажи. Покажи, как ты злишься. Ты пока не интересен. Вот это Тайсон. Вот это мощь. Вот это я понимаю. Давай, покажи салам. Давай, Тайсон. Салам покажи. Тайсон. Не халтурь. Давай, встань. Давай, покажи салам. Вот так вот. Другой лапой покажи, Тайсон. Вот так. Обалдеть, какой зайка. А? Тут настоящий. А посмотрите, это волки. Они тоже сладкие. Посмотрите, какие волки. А вон там шакалы. Мы сюда пришли. А ты не хотела. Мне нравится вон тот волк. А что вот? Вот это размах. Они что кушают? Пальцы туда близко, не суйте. Я хочу кошку. Да. Чё? Вот это вот это тут драка. Не на жизнь, а на смерть. Ухватила тут. Правильно, а чё? Яшка. Знаете, вот так вот, смотрите, я вам дам, а вы вот так, он так обожает эти палочки, вот так вот кормите его, на. Он просто обожает эти палочки. Красавчик. Положи в кармашек. Вот так, покажите, что будет. Красивые какие. Оль, ты это видел? Хотела вам рассказать одну вещь. В прошлый мой приезд в Домбай мы снимали квартиру, апартаменты. Мы не поехали на экскурсии, и это была очень такая скудненькая поездка. Мы поднялись просто на канатку и все, и поехали домой. Оказалось, мы столько не видели, мы столько всего упустили и потеряли просто время. Вы не все даже не представляете. Во-первых, отель. Отель просто нереальный. У него вот сервис, который есть в горах. Ну, я не знаю, я такого сервиса не видела даже в хороших отелях, в хороших больших городах, я вам скажу. Они делают все, чтобы постоялец был доволен. У них классный трансфер личный. Просто машина, в которой я готова была ехать всю жизнь, хотя я ненавижу дальние поездки. Вот. Честно, вот от души рекомендую этот отель. Вот вы не пожалеете, если вы сюда приедете. Это первый момент. А еще здесь очень вкусно кормят. Мы просто с Олей выходим, и просто живот лопается, невозможно сегодня попробовать. Очень вкусно готовят, вот прям безумно. Вот. И с гидом нам просто повезло, он тоже здесь работает от отеля, и вы можете ему лично написать, он организовывает и туры, и экскурсии, просто топ. Он, чтобы вы понимали, он купил в магазине пакет продуктов, я думаю, ну, наверное, надо ему там куда-то завести. Оказывается, он купил это все для животных, чтобы их покормить и показать нам, какие они, ну, в контакте, как они там реагируют друг на друга, на еду, как они там дерутся чуть-чуть, там еще что-то. Это очень интересно. И если просто так пойти в зоопарк, вы этого никогда в жизни не увидите. Короче, только приятные впечатления. И сюда, это Домбай, это место, куда ты можешь приехать просто не один раз, потому что все там за 2 дня ты не объедешь вообще. Вообще ты не увидишь ничего. Оказывается, тут столько красивых мест, на которые там на одно место нужно выделить день. Просто плато какое-то нереальной красоты. И мы будем сюда приезжать, я думаю, чаще.
потому что мне безумно понравилось, я хочу посмотреть все эти красивые места. Вот. Так что я тут частый гость.